Всем ресам Макс Риск, но на игре Edge Waves. Сейчас вам покажу даже мультик, я уже приготовил. Обновление под названием сейчас описание обновления 0.20.5. Сейчас я не в обновленной версии нахожусь. Тут можно кое-что собирать. И в принципе давать подписываем. Понажимаем. О, какая ё-моё новая арена. Раньше такого не было. Значочек, конечно, остался. Говорил я. Раньше его размыть значочек. Его там немножко украсть. Сейчас я обновляю игру. Даже вам покажу, что она мне не обновленная. Вот по эмарке захожу. Вот, она еще не обновлена. Что надо было? Новое занятие. Мы добавили развлечение занятий, чтобы определить день благотворения. Значит, благотворение во всех играх, как я понимаю. Так, ну и мультик я покажу немножко. Если, конечно, получится. Так, экран, где? Вот, значит, новый персонаж. Посмотрите. Его вроде бы зовут Доктор. Который Доктор забрал, такой ученый. Потом вот, кристалл потом бабах делает, что прям ракета, потом что происходит. И очень классно. На официальном канале данный мультфильм показан. Даже время показывается. Да ладно. Убить повышение. Повышение. Контроль над маршами. Теперь вам будет легче улучшать постройки и контролировать войска на марше. Оптимизация чата. Мы повышаем активность чата и улучшаем оптимизацию. Оптимизация. Мы оптимизируем ряд модульных операций и расширили активность область в некоторых зон для наших. И пол зон. Так, конечно, я улучшаю это все. Также у меня еще задний фон. В музыке я хочу легко выглядеть. Что вас слышно? Вас слышно? Громче стало, да, как понимаю. Так, значит, игра грузится. Обновляется. Мы можем поиграть в бесплатной версии. Старой версии. А знаете, когда игра грузится, обновляется, то показывает, что очень могучая игра. Очень-очень. Вроде бы. Лучше выйти. Лучше ждать переобновления, чем просто в игре сидеть и ждать обновления. И прямо как два разных счета. Так, ну что, зайдем в Discord. У меня сейчас такая лага, лагучая игра стала. Ой, как лагуча. Описание для меня 0.20.5. Командир, вот самое важное событие обновления, события для благотворения, цель игроков, процесс, добавлены праздники, геймплей и сделаны игры более динамичной. Что получают игроки? Игроки могут получать универсальные золотые медали и золотые финие зелья, а также универсальные фиолетовые медали, финие, зеленые, пересутствие предметы для улучшения фриалки. Ну, как и обычно, улучшение пока что становляется. Так, загрузка. Как думаете, мой экранчик будет? Или будет просто как Edge Waves? Как по мне, будет просто привык как Edge Waves. Потому что там еще не первый версия, но там только 0.20.5. Так, это я закрою Play Market, чтобы тоже не подлагивало. Правило. Это правило вроде без разницы. Активный код вводите в систему в течение 5 дней по времени событий, чтобы получить награды. А-а-а. 5 дней. Это на день пропустил, остается 4 дня. И потом залил ролик, остается 3 дня с 20 часами. Вы, я думаю, успеете. Второе. River Given активации режима по убеждению указанных обезьян мутантов и фантов, чтобы получить награды действия и сбрасывались каждый день в МТС 0 время. Окей. В описании все будет написано. Так, ага, окей, обычный экран. Посмотрел, дальше читаем. Третье. Строительство, исследование, обучение во время события, улучшение зданий, исследование технических и тренируйтесь. Это правило игры. Типа 8, уровень 2 или выше. Соответственно, с уважением требования, чтобы получить награду. Обмен опыта, венки, благотворение и ракетные монеты. Там еще есть гонка такая, потом вам покажу. Я уже играл на ролике, записал. Получение из наборов на день благотворения или связанных событий можно использовать для обмена и на больше награды. Вау! Это я это знаю. Так, ну все, я обновил. Так, давайте берем демон за один героя, посмотрим, что у меня тут есть. 4 героя, которые хотят, что я их что-то улучшил.
Пока что нового персонажа не добавляют. Сам последний персонаж это у нас под названием Рон Джа. Можно про него прочитать, мы уже читали, но не до конца. Когда выйдет этот доктор, то я прочитаю до конца, обещаю. Так, талант нужно что-то прокачивать. Да, у меня есть земзенка. Первое дело, как вы знаете, выходим с карты, нажимаем на поиск, выбираем, как вам важно. И я вижу, что у нас черный экран. Он только замечу, если да, то что-то там исправлю. Это моя вина. Что же это такое, единичка? Двойка. А, сохранялка. Я понял. Ну все, атакуйте. Без разницы, атакуйте. Окей. Так, систему забираем. Дальше прочитаем сейчас, что новенько. Новенько. Также у нас тут есть новое что-то. Ну-ка, переводчик. Можно, конечно, в другую сеть зайти. Ну ладно. Раздача подарков на день благотворения. Командир, оставьте комментарий и играйте бесплатно 5000 дисков. Окей. Я участвую. Ну-ка. Так, я же тебе повысить вам напишу, я участвую. Друзья, даже в Facebook заходите и пишите, я участвую. Я участвую. Ого. Так, играем, конечно, русский. Айспиндинг, так, вот. А, брат. Чем бы нет. Игра в HB сейчас, чтобы получить награды право на приз, оставить в комментарии своим личным диктатом информации о сериях